событий в городе Тайгузинского области. Следует особо подчеркнуть, что подвергшиеся нападению сотрудники полиции даже при таких обстоятельствах не стали применять оружие на поражение и специальные средства. И во избежание кровавых столкновений и неоправданных жертв отошли в расположение УВД города и ограничились выстрелами в воздух. Таким образом, появившиеся в СМИ сведения о том, что конфликт был спровоцирован правоохранительными органами, что ими в целях принуждения хулиганов к порядку применялось оружие, дымовые шашки и другие спецсредства, а также информация о том, что полицейский УАЗ целенаправленно врезался в толпу митингующих нефтяников, не соответствует действительности и является явной дезинформацией. В настоящее время задержано 70 участников массовых беспорядков и мародеров. Установлены личности наиболее активных участников беспорядков. Принимаются меры к их задержанию. Правоохранительными органами принимаются все необходимые меры по пресечению преступных действий, выявлению и наказанию организаторов и наиболее активных участников беспорядков, полному восстановлению общественной безопасности в городе Жангазин. В свою очередь, Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает жителей города Жангазин и близлежащих районов соблюдать законность и не поддаваться дезинформации, распускаемую отдельными лицами провокационных сил. Китай.